Городской парк Южно-Сахалинска активно готовится к новогодним праздникам. Специалисты уже установили световое оборудование, арт-объекты и завершают монтаж центральной елки с шатром. Это место здесь будет главной праздничной площадкой. Из Хабаровска на Сахалин приехали мастера, которые будут устанавливать ледяные фигуры. Материал для этих целей они сейчас заготавливают в Ахе. В ближайшие дни его доставят в островную столицу. Где-то после 10-15 декабря, как только установится погода, мы включаем снежную пушку, будем готовить искусственный снег и из него делать снежные фигуры. Ну, центральная композиция снежной фигуры – это будет большой-большой дракон до 30 метров, который будет стоять на железнодорожных путях напротив ЖД вокзала. Кроме того, сейчас в парке монтируют деревянную горку. Будет радовать гостей и снежная. Новогодняя программа останется традиционной. Любой желающий сможет отправить письмо Деду Морозу, поучаствовать в увлекательных мастер-классах и побывать на познавательных экскурсиях в парке.